О, сколько машин собралось. Людей сколько. Ужас. А вот здесь за востока. Да, Гайлин, да, нету же. Все действующие надбавки доплаты включить тарифную окладную часть. В принципе, справедливые. Я что, орать должен, что ли? Вот, давайте как бы либо все слушаем, да, либо перебиваем друг друга. Требования справедливые, да? Требования, часть требований было решено сейчас сразу. Вот, по одному требованию, или по двум точнее, взяли время до конца, ну, в месяц, так точнее. Правильно. 15 барма жоқ па? Қалшы қабылшы тимейді дейді. Срок көп болды. Қолда срок с 1 сентября. Уже іске қосылады. Так, 6-шы. Создать независимую инициативную группу до 5 человек с каждого предприятия с целью дальнейшей постоянной работы и не преследовать членов инициативной группы. На жерде астында жаңа 4-5 сағат ноштағы жігіттермен сөйлестік, ақылдастық, требованиялар тыңдадық, бірге отырып жаздық. 15 требования бар тұғын, бәрін туралап кел, бесеу болсын деп бәрі бір ауыздан шықты. Основной оқып жүрейік. Подготовить обращение работник совместно с профсоюзами, организациями на имя президента страны касательно раннего выхода на пенсию работников.